вами Виктория, я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня готовим овощное рагу. Жареные баклажаны с помидорами и овощами. Очень вкусное и простое блюдо. Продукты, которые нам понадобятся для приготовления, вы видите на своем экране. Полное их количество я вам оставлю в описании под видео. У баклажанов отрезаю плодоножку и убираю поврежденные места. У меня два средних баклажана, завесили они у меня 700 грамм. Баклажаны нарежем на крупные полукольца примерно 1 сантиметр толщиной. Там, где баклажан пошире, я его разрезаю напополам и нарезаю вот таким образом. Баклажаны сразу отправляю на сковороду. Сковороду я пока не смазывала и баклажаны не солила. И начинаю их обжаривать на среднем огне. Нам нужно, чтобы они как бы немного припеклись. Поэтому мы делаем это специально, без масла и без соли. Баклажаны у нас хорошо припеклись. Посмотрите, вот такие должны они у вас примерно получиться. Очень важно это делать на среднем огне, не на маленьком. Может быть, немножко меньше среднего, чтобы они не подгорели у вас, но чтобы и не тушились, а именно вот так припеклись. Теперь выключаем сковороду и отставляем. Режем лук и лук-шалот. У меня примерно 300 грамм. Лук нарезаю на тонкие полукольца. На другую сковороду наливаю немного растительного масла и начинаю обжаривать лук и лук-шалот. Регулярно помешиваю. Небольшие морковки, это примерно 250 грамм, натираю на терке для корейской моркови. Можно натереть на обычные терки, либо нарезать тонкими кружочками. Морковь добавляю к обжаренному луку. Количество растительного масла можно регулировать по своему вкусу. Я вот пока что добавила где-то примерно 4 столовые ложечки. Пока морковочка с луком обжариваются, займусь кабачком. У меня один средний кабачок. Нарезаю его на полукольца. И отправляю его к обжаренной морковке с луком. И оставляем так минут на 5, чтобы кабачки немного обжарились. И пока займусь помидорами. Помидоры нарезаю на средние дольки. Кабачки немного обжарились. Отправляю к ним баклажаны, которые мы немного припекали на сковороде. Рекомендуется обжаривать овощи в очередности от более твердым к менее твердым. Все овощи немного перемешаем. Сверху отправляю помидоры. Пока помидоры перемешивать не буду, чтобы они у нас получились целенькими кусочками. Все овощи хорошо посолю. Поперчу, соль, перец по вкусу. Также вы можете добавить сюда болгарский перец. У меня сегодня нет болгарского перца. Добавлю немного сушеного чесночка. Выдавлю свежего чесночка. Подолью немного растительного маслица, буквально 3-4 столовые ложечки. Накрою крышкой и оставлю тушиться минут на 5 на маленьком огне. Через 5 минут открою, добавлю 1 полную столовую ложку сахара. Все хорошо перемешаю. Присыплю зеленью. Можно попробовать на соль, перец, если недостаточно, то добавить еще. И оставлю еще буквально на 3 минуты. Овощное рагу готово, получилось очень-очень красочно. Сервируем блюдо и подаем к столу. Такие баклажаны обязательно нужно приготовить летом, получается очень-очень вкусно и полезно. Большое спасибо всем, кто смотрит мои видео и кто подписался на мой канал. Пишите мне ваши комментарии. А с вами была Виктория. Желаю вам прекрасного настроения, приятного аппетита и до новых встреч!
Thank you.